Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». В этом видео я, Пашкевич Анна, и мы говорим на такую тему, как хранение зимнего чеснока до весны, и раскрываем способ действенного и простого хранения чеснока в стеклянной банке. Способность храниться до весны у зимнего чеснока будет определяться несколькими факторами. Первый и самый очевидный – это сортовые особенности того чеснока, который вы выращивали. К сожалению, есть сорта, которые совершенно не предназначены для длительного зимнего хранения. Они вылеживают максимум до начала февраля месяца. И, как правило, подобные сорта или даже гибриды чеснока создаются селекционерами для того, чтобы закрыть какие-то производственные вопросы. То есть получить максимум готового товарного чеснока, который непосредственно употребить в ближайшее время. Второй фактор, который будет определять, насколько долго у вас сохранится зимний чеснок, это условия, погодные условия, при которых вы осуществляли сбор урожая с гряд. Зачастую мы высаживаем чеснок в более поздние сроки, он дольше всходит, больше вегетирует, и к моменту уборки мы сталкиваемся с ситуацией каких-либо затяжных осенних или конца летних дождей, которые неблагоприятно сказываются на лёжкости нашего будущего урожая. Поэтому не следует по возможности тянуть со сроками посадки посевного материала, чтобы затем в следующий вегетационный период получить качественный и готовый к сбору урожай в соответствующие температурные, сухие, погодные условия. В открытом доступе существует очень много различной информации о том, как лучше сохранить зимний чеснок до весны. Можно встретить способы его закладки в полиэтиленовые пакеты и прикапывания землей. Также можно найти такие рекомендации, как его осыпание мелом, его осыпание мукой. Также некоторые авторы рекомендуют воском свечи запечатывать чеснок в парафин, то есть проводить специфическое парафинирование. Самыми простыми способами хранения зимнего чеснока – это хранение в виде пучков. Способ достаточно давний и наиболее распространенный, а также хранение зимнего чеснока в каких-либо ящиках, коробках и, например, холщовых мешках. К сожалению, эти способы хранения себя не очень хорошо зарекомендовали, поскольку чеснок более интенсивно высыхает, если использовать именно их. Наиболее действенным способом хранения чеснока, который не имеет никаких внешних признаков болезней, сухой, это хранение в стеклянной банке. После того, как вы собрали чеснок, предварительно его очистили, просушили, удалили корни, также остригли так называемую дудку, после того, как вы визуально определили, что головка чеснока готова к хранению, можно взять обычную 3-литровую банку, на дно предварительно насыпать пару щепоток или соли, или сухой золы в качестве дезинфицирующего материала, уложить качественный к хранению материал, сверху прикрыть это все дышащим материалом, например, льняным отрезом или марлевым отрезом, сделать небольшое углубление, в которое также сверху насыпать небольшое количество соли или золы, которые будут в свою очередь по-прежнему дезинфицировать ваш чеснок и
собирать лишнюю влагу, которая, возможно, будет образовываться в виде конденсата. Стеклянная банка является очень подходящим хранилищем для чеснока, поскольку стекло, оно химически инертно, не вступает в реакции ни с какими веществами и выделениями, которые могут образовываться при хранении чеснока. А также на стекле крайне неудобно, в кавычках, конечно, размножаться бактериям. Тот чеснок, который вы визуализировали как чеснок к первоочередному использованию, можно очистить, натереть на терке, заморозить в виде небольших кубиков, затем поместить в какой-то плотный полиэтиленовый пакет и держать в морозильнике. Это один из наиболее удачных способов использования чеснока уже в готовом виде. Также, когда вы закладываете в банку или в другую емкость чеснок на хранение, то необходимо помнить, после того, как мы отрываем зубки от донца, они у нас уже начинают более интенсивно высыхать. Поэтому для более быстрого использования, конечно же, сначала мы выбираем зубки, а затем уже переходим на головки чеснока. В конце видео хочется напомнить, что оптимальные температурные условия для хранения чеснока – это около 15 градусов и влажность воздуха на уровне 80-85%. Не стоит хранить чеснок на очень холодных балконах, незастекленных лоджиях, также вблизи батарей и каких-то теплоизлучателей, для того, чтобы не провоцировать его или замерзание, или преждевременное высыхание. На этом мое видео подходит к концу. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале про цветок. Всего вам доброго и до новых встреч. Не забывайте про лайки.